Сборная Таджикистана по дзюдо завоевала 3 медали на азиатских играх в Ханчжоу. Самон Махмакбетов на Азиаде взял золото в весовой категории до 81 килограмма. Тяжеловес Теймур Рахимов принес Таджикистану серебро, а Бихрус Хаджизада завоевал бронзу в весе до 73 килограммов. Эти медали гарантируют дзюдоистам участие в следующей Олимпиаде. Помимо наград азиатских игр, спортсмены привезли домой и теплые воспоминания о Китае. Все понравилось, и даже, можно так сказать, даже лучше было, чем на Олимпийских играх, там общежитие, где мы жили, было очень комфортно. Церемония открытия тоже была на высоком уровне. Спортивная деревня, где мы жили, была очень большой. Нас всюду сопровождали волонтеры и помогали нам сориентироваться. Стадионы, на которых проходили соревнования и тренировки, были очень красивыми и комфортными. Достижения спортсменов высоко ценят на родине. Так, золотой медалист получит от государства 3-комнатную квартиру в Душанбе и около 14 тысяч долларов. Серебряного призера ждут 2-комнатная квартира и 9 тысяч долларов. А обладатель бронзы получит 4,5 тысячи долларов.